других местах, кроме мутантов, но я никогда больше не слышал такой истории, как про этих троих. Знаешь, лучше всего охотиться в старых туннелях подземки. Люди говорили, что видели раньше трехметровых мутантов. Но кто мог подумать... Thank you.
говорить. Можно было подумать, что они перебили всех мутантов в пустошах. Но трудно было спорить, учитывая, что они притащили оттуда. Думаю, не я один интересуюсь, как это у Расти всегда находится как раз то, что тебе нужно. Говорят, пара его парней следят за убежищем клана Безбашенных. И они проникают внутрь и хватают все, что могут унести, как только... Смотри-ка! Осторожно, он нас обходит! Я тебя так разукрашу! Эй, вон там!
Кажется, я что-то слышу. Давай глянем. Я тебя так разукрашу. Да, ублюдок! Бросай это! Блин! Он здесь! Я тебя зарежу! Thank you.
Говорят, Расти сам когда-то участвовал в набегах, пока не потерял руку в одном из них. Проклятые бандиты хорошо дерутся. Эта девчонка не просто хорошенькая личика. Она помнит, как правительство искало кого-то в последний раз. Они перевернули весь город вверх дном. Я слышал, что двое парней укрылись в подсобке Салли. Выждали нужный момент и...
25 здоровенных, вооруженных до зубов солдат правительства. С тех пор правительство не появляется в источнике. Я мог бы поспорить на ящик Хупер Лайт, что к этому сезону старик Джей Кей будет готовиться гораздо тщательнее, чем раньше. Я слышал, что ему пришлось нанять пару стволов, чтобы прикончить мутантов, которые вырвались на свободу и громили все на своем пути. Как? Yeah.
роботов! Трудно поверить, но будь я проклят, если они не убили всех мутантов до единого. Потом старик 3 недели искал новую партию. Шериф никогда не хвалит своих людей, но обнаружили — это слишком мягко сказано. Дело в том, что шериф давно уже хотел заполучить эти схемы. Поэтому он послал пару своих лучших парней. Ah!
Достали эти схемы. Шериф их даже наградил за то, что они положили столько бандитов. Ну, не каждый день увидишь что-то подобное, хотя сопротивление уже не в первый раз находит такую штуковину. Не так давно пара их ребят совершила налет на подвал старого банка. Да, все знали, что машиноголовые держат свое добро под замком в этом... Кто-нибудь это слышит?
убью тебя!
Парней было гораздо больше проблем с тем, чтобы выбраться оттуда, чем проникнуть внутрь.